ГТРК «Кубань» и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию помощи детям. Шестилетний Рома Мирошниченко из станицы Отрадной уже несколько лет почти ничего не слышит. Чтобы не потерять слух совсем и научиться говорить, мальчику нужны специальные слуховые аппараты. Но стоимость их семье ребенка не по карману. Помочь Роме можем мы с вами. Как именно, расскажет Мария Карагезова. Рома родился с синдромом Дауна. Мальчик развивается медленнее ровесников, немного заговорил в 3 года, но вскоре замолчал. Другие дети с таким же диагнозом стали ходить в садик, общаться с друзьями, а Рома все молчал, даже когда ему исполнилось 5 лет. Я начала замечать, что на обращение к нему он перестает на меня обращать внимание. Например, я его зову к себе, он не обращает на меня внимания. Сурдологи в Краснодаре поставили диагноз – тугоухость 4-й степени. Одно ухо практически вообще не слышит, другое не слышит вообще. Рома может навсегда лишиться возможности слышать, если вовремя не начать носить слуховые аппараты. Для успешной слухоречевой реабилитации Роме необходимы высокотехнологичные цифровые программируемые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с индивидуальными ушными вкладышами. Стоимость аппаратов – 156 тысяч рублей. Это большая сумма для семьи Мирошниченко. Помочь Роме снова услышать голос мамы и, наконец, заговорить в свои 6 лет можем мы с вами. Для этого нужно отправить смс-сообщение со словом «дети» на номер 5542. Стоимость каждого всего – 75 рублей. Он там ему что-то надо, он берет меня за палец, отводит куда надо, пальцем тыкает. Там гулять, если захочет, он... Идет, одевает, ну, берет одежду на себя, накидывает, ну, типа, одевайся, пойдем гулять. Я хочу, чтобы он мне сам уже это сказал, то, что пойдем гулять, что ты лежишь. Помочь Роме можно через приложение для смартфона или сайт Русфонда. Чем быстрее малыш сможет надеть слуховые аппараты, тем больше шансов, что он снова услышит голос мира и научится отвечать ему сам. Анастасия Панько, Мария Карагезова, Юрий Мороз. Вести.